Акция «Наши дети» протягивается. У областным палаце творчести детей и молоди прошла доброчинная елка для навученцев специализованных школ Гомеля, а так само выхованцев Центра коррекционного развития. Проходило свято при поддержке Гомельской областной коллегии адвокатов. На представление запросили 150 хлопчиков и девчонок разом с батьками. Юные артисты палаца творчести показали гостям новогоднюю каску «Подарунки из космоса». Ранее супрацовники Гомельской областной коллегии адвокатов напередодні новогодніх і калядних святов персонально наведвалі сім'ї і дзяцей, яким патрабуецца асаблівая ўвага. Аднак ахапіць візітамі ўсіх не было магчыма. Сёлета выхад знайшоўся. В таком формате мы мероприятие проводим впервые, но надеемся, что оно станет доброй традицией. И мы будем продолжать поздравлять детей с наступившим Новым годом, желать им всего самого доброго. В этом году мы решили так расширенно устроить праздник с тем, чтобы вовлечь в него как можно больше ребят. И здесь я хотел бы поблагодарить и Дворец творчества детей и молодежи наш областной, что они откликнулись на наше предложение. И общими усилиями мы имеем возможность подарить этим ребятам праздник.